Прощайте, ребята, де у мать. Узбекский автомобиль. Вернее, корейский, но делают в Узбекистане. Очень смешной. Маленький, удобный. Объем двигателя 0,8. 50 лошадиных сил или 51. Что-то такое. Точно не помню. Давайте посмотрим. Очень смешной автомобиль, очень удобный, дешевый в эксплуатации, в ремонте. Подвеска передняя типа Макферсон, сзади балка. Очень непривередливый, не требует много вложений. Вот такой вот автомобильчик. Данный автомобиль 2011 года, 6 лет уже ему, уже даже 7-й пошел. Ну и я вам могу сказать, что там рассказывают, что гниют автомобили эти, ржавеют, что они слабенькие. Ну, обработанный автомобиль нормально себя повел, нигде не ржавый, ничего. Есть маленькие осколки, но извините, уже 6 лет. Вот такой вот салон. Пробег у него что-то не помню. 51 000. Спереди удобный, нормальный. Сзади, конечно, места поменьше. Ну, два человека может ехать сзади, два спереди. Багажник открывается в салоне вот тут. Такой вот багажник. Автомобиль, давайте сядем сюда в середину. Данный кузов разработала марка Fiat. Разработала марка Fiat, и этот автомобиль должен был выпускаться после кузова Fiat Uno. Вот. Но по каким-то причинам им не понравился этот кузов, то ли там по безопасности он у них не прошел, то ли что, ну и они его не пустили в серийное производство. А марка Deo посмотрела, им понравился этот кузов, и они себе его выкупили, и получился вот такой вот автомобиль Deo Matiz. Deo Matiz — прикольный, смешной автомобиль. Да, в данном автомобиле что есть? Есть регулировка, корректор фар, вот здесь вот я вижу. Есть штатная магнитола. Она хоть и не высокого класса там и качества, но все равно музыка какая-какая не есть. Есть кондиционер, стеклоподъемники. Бак открывается с салона, багажник открывается с салона. Ну, ребята, наверное, все, больше здесь ничего нет. Есть бардачок. Маленький такой, для перчаточек, больше тоже ничего не положишь. На этом и все. Ну что, еще, конечно, есть 4 колеса, есть мотор. И все, и можно ехать с пункта А в пункт Б. Вот такой автомобиль. Какой-никакой автомобиль, и можно ездить. На этом, пожалуй, все. Всем до свидания.
Всем пока.